Всем привет на канале Олдачман. Сегодня мы с вами, несмотря на то, что я все еще пытаюсь разорваться между работой для видеоканала и отдыхом на пляже на побережье Адриатического моря, дегустацией молодого итальянского вина, многие знатоки меня поймут. Несмотря на все это, мы продолжаем работу на нашем канале, и сегодняшнее видео посвящено опять-таки хромоногой миграционной политики страны Германия. Тема. Политик от партии «Зеленых» госпожа Михалич резко осудила требования политиков от альянса ХДС-ХСС, которые сводятся к тому, что нужно всех нелегальных мигрантов, прибывающих на территорию Германии, разворачивать на 180 градусов и отправлять их в те страны, из которых они прибыли. Госпожа Михалич говорит, что это идет вразрез с Дублинским соглашением, а также нарушает права человека. То есть люди имеют полное право просить политического убежища в той стране, в которую они прибыли. Но однако же политик по фамилии Фрай от политического альянса ХДС-ХСС, сославшись на 72-й параграф Дублинского соглашения, сказал следующее, что любой нелегальный мигрант, прибывающий в Германию и уже имеющий статус беженца в какой-либо другой стране или Шенгенского соглашения, или Евросообщества, не имеет права просить дополнительное убежище в Германии. Госпожа Михалич, скорее всего, этого не знает, потому что в основном, скажу вам открыто, в партию «Зеленых», если вы хотите заниматься политикой, но вы, допустим, не гражданин Германии, или у вас нет никакого высшего образования, даже среднетехнического образования, но вы ужасно рветесь в политику, партия «Зеленых», Бюндниц Нойнсиг ди Грюнен, или как они там себя называют, всех принимает вот таких вот умалишенных в свои пенаты. И госпожа Михалич, скорее всего, одна из таких вот, кто, не имея ни нормальной политической карьеры за своей спиной, не имея никакого нормального интеллекта в своей голове, я говорю это открыто, потому что большинство из политиков в партии «Зеленых» действительно, скажем так, малообразованные люди. Так вот, скорее всего, госпожа Михалич хочет, чтобы у нас в стране, в Германии, происходили террористические акты ежедневно. О чем я говорю? На прошлой неделе, в понедельник, в городе Дармштадт, в земле Хессен, полиция задержала водителя BMW, который влетел, разбив свою машину и встречную «Шкоду», причинив тяжелейшие телесные повреждения водителю, хозяину этой «Шкоды», 29-летнего. Он до сих пор находится в реанимации. И сбив еще несколько человек на улице. Этот человек, который совершил вот это преступление, полицейским сказал, что он действовал по руководству самого Аллаха. А вот теперь вопрос ко всем этим господам зеленым из партии зеленых. Плесень зеленая. Вопрос сводится к следующему. Почему Bundeskriminalamt, БКА, то есть Федеральное криминальное агентство, зная о том, что это преступление, этот террористический акт действительно был связан с исламистскими намерениями, несколько дней подряд умалчивало эту тему. Почему? Вопрос. Скорее всего, для того, чтобы люди, и так уже настроенные против вот этих нелегальных мигрантов, прибывающих в страну, против вот этих вот вообще афганцев, тунисцев, марокканцев, сирийцев, которые
сенегальцев, которые ведут себя здесь действительно как отбросы общества, чтобы люди не вышли на улицы и не начали их молотить. Поэтому Нэнси Фезер от СПД требует тотального запрета на ношение холодного оружия. Вы знаете, я в последнем видео вам говорил о вот этом вот запрете. Сейчас мы вернемся обратно к этой теме. И у меня сразу же, после того, когда мы записали это видео, возник к самому себе вопрос. А нахрена Нэнси Фезер требует, чтобы мы не носили холодное оружие? Вопрос. Носим ли мы, обычные граждане Германии, с собой в карманах холодное оружие? Ну это же, блин, бардак, это абсурд, честное слово. Я, допустим, идя в магазин, никогда не беру с собой охотничий нож в карман. Ну что, нафиг он мне нужен? У меня даже перочинного ножа нет в кармане. Нафиг он мне нужен? Точно так же какая-то домохозяйка, которая идет в... Представьте себе, какая-то домохозяйка идет в магазин и в руках держит секатор. Садовый секатор. Или какую-нибудь там, не знаю, мачете, да? Можете себе такое представить? Ну, это же идиотизм. А Нэнси Фезер требует, чтобы местное население, коренное население, не имело права ходить по улицам с оружием. Да нахрен оно нам нужно, то, блин, холодное оружие. Мы не ходим с этим, в отличие от нелегальных мигрантов, прибывающих в Германию. Так вот, госпожа Михалич от партии Зеленых требует, чтобы немецкое правительство было более лояльным к тем людям, которые прибывают в Германию. Когда представитель от партии от альянса ХДС-ХСС по фамилии Фрай сказал, что согласно 72-му параграфу Дублинского соглашения мы имеем полное право разворачивать на 180 градусов тех граждан на границе, которые ищут здесь политическое убежище, и отправлять их обратно в том случае, если они не могут подтвердить свою личность. И оказывается, что у них уже есть политическое убежище в другой стране, из которой не прибыли. Госпожа Михайлович сказала, нет, это дискриминация прав человека. Мы не имеем права это делать, потому что в таком случае наша страна будет, как говорится по-немецки, «Alleingänger», то есть будет идти как одиночка по этому пути. И мы не имеем права поступать так со всеми теми людьми, которые хотят получить здесь политическое убежище. Благодаря именно вам, господа зеленые, в нашей стране ежегодно идет приход только афганских беженцев в количестве от 30 до 35 тысяч человек. Это ежегодно. Те цифры, которые предоставляет полиция или статистическое управление по миграции тех людей, которых мы отправляем обратно, депортируем в те страны, из которых они прибыли, это сущие пустяки по сравнению с тем, сколько народу приходит сюда в страну. Но, однако, партии зеленых выгодно, чтобы сюда приезжали различные нелегальные мигранты, не имеющие понятия о культуре поведения, не имеющие никакого понятия о том, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, не желающие подчиняться немецким законам, считающие, что христианская земля заповедана им Аллахом. Да, будем говорить открыто. Вот сейчас я, кстати, вспомнил один момент. Я пару лет назад у себя на канале говорил, что я не хочу затрагивать тем политики, религии, тем более семьи, потому что эти темы, скажем так, животрепещущие, политика и религия – это темы с какой-то стороны грязные, они поднимают канал, да, я не спорю, они поднимают канал, но я тогда не хотел этим заниматься. Но, увы, вокруг происходит столько много разных грязных событий, о которых просто-напросто, ну, нет возможности больше молчать. Поэтому я и перешел к разбору всех вот этих вот политических тем, к разбору миграционной политики Германии, к
разбору вот этих вот преступлений, совершаемых мигрантами, нелегалами или легалами, неважно. В то время, когда многие русские немцы приехали в Германию в конце 80-х, начале 90-х годов или в конце 90-х годов, многие или даже вот люди, приехавшие сюда по еврейской миграции или еще как-нибудь ухитрившиеся приехать как студенты, они вели себя совсем иначе. Они старались вести себя культурно, чтобы не привлечь на себя черных пятен. Но что же делают эти мигранты, тунисские или марокканские, или, не знаю, вот эти вот сенегалы? Они ведут себя точно так же оторванно и уродливо, как и вели себя в своих странах. Многие люди, коренные немцы, поражаются тому, что немецкое правительство просто-напросто занимается попустительством в этом отношении. Немецкому правительству, многим немцам так кажется, абсолютно наплевать на свою страну. Главное, чтобы личная кубышка была всегда полна денежек и в холодильнике было что покушать. А как оно будет идти местному населению, это уже до одного места. Вот поэтому госпожа Михалич и все зеленые возмущаются по поводу того, когда, допустим, представители политического альянса от ХДС-ХСС возмущаются против приема нелегальных мигрантов в страну, возмущаются по теме закрытия границ и требуют закрытия границ. Потому что очень многие страны Европы сейчас закрывают свои границы для нелегальных мигрантов. Не для тех, кто действительно ищет убежище, а для вот этих вот молодых, здоровых парней, которые ни хрена, извините за выражение, не хотят работать у себя на родине, то же самое ни хрена не хотят делать здесь, в Германии. Или в той же Польше, скажем, в Португалии, в Бельгии, во Франции, в Италии. Они не хотят работать. Они хотят получать пособие. И вот такие вот, как госпожа Михалич и ей подобные из партии зеленых, не из партии, а из партий, находящихся в этих разных странах, препятствуют тому, чтобы в странах наступил порядок. Они препятствуют тому, чтобы наступили действительно законные, правомерные полномочия тех параграфов, которые прописаны, скажем так, в основном законе страны, конституции или приняты тем же самым Европарламентом в Брюсселе. Не будем говорить про Фурцулу фон дер Ляйен. Те, кто живут в Германии, поняли, что я сейчас сказал. Вот эти вот господа зеленые, они просто-напросто вводят страну в сильнейший регресс, прекрасно понимая, что они делают, но тем не менее, они усиленно муссируют вот эти вот слухи о том, что если мы запретим нелегальным мигрантам приезжать в страну, то на нас мировое сообщество будет смотреть как на изгоев. Да плевать на то мировое сообщество, извините за выражение. Сколько лет подряд утверждали, что Китай загрязняет окружающую среду, но однако же все высокоразвитые индустриальные страны заключают до сих пор договора на производство практически 90% всех товаров в Китае. Потому что в Китае и в Юго-Восточной Азии рабочая сила дешевая. Намного проще заплатить $1 в месяц какому-то китайцу за производство тех же смартфонов, чем платить $50 в час тому же американцу. Чувствуете разницу? И вот эти вот промышленники заключают договора с Китаем. Хотя, с другой стороны, они кричат, что Китай загрязняет окружающую среду. Точно так же происходит здесь у нас. Эти зеленые говорят, да, нашу страну заполонили мигранты, но
Наши политики не имеют права выгонять мигрантов, потому что это идет вразрез с Дублинским соглашением, это идет вразрез с резолюциями ООН, это идет вразрез с правами человека. Но, хорошо, господа зеленые, а представьте себе вот как вот этот случай в Дармштадте на прошлой неделе, в земле Хессен. Если бы вот этот вот террорист, радикальный исламист, о котором Федеральное криминальное агентство знало, что это террористический акт, но умалчивало это. Если бы этот террорист сбил вашу дражайшую Рикарду Ланг, или сбил Роберта Хабека, или сбил Анналену Бербок, к примеру, значит, что ж, зеленый, как бы вы тогда пели, как бы вы тогда плясали, как бы вы орали, что этих нелегальных мигрантов нужно выдворить всех чертям собачьим за территорию Германии. Но до тех пор, пока ни один зеленый ушлепок из вашей партии не пострадал, вы будете кричать, что наша страна, Германия, не имеет права высылать или депортировать вот этих нелегальных мигрантов только потому, что они нелегальные. Мы должны войти в их положение. Хорошо, давайте войдем в их положение. Афганистан. В Афганистане издеваются над женским населением. Скажем так, издеваются. Их ущемляют в правах, им запрещают делать то, делать это, им запрещают выходить на улицу без сопровождения, запрещают читать книги, и там очень много всяких идиотских вот этих запретов, мусульманских. Хорошо. Тогда почему Германия принимает не женщин и девочек из Афганистана, а тех, кто обижает этих женщин и девочек, то есть самих афганцев, мужчин, причем в возрасте от 20 до 35 лет? Где логика, господа зеленые? Вы дебилы или что? Вот извините меня за прямоту, но по-другому вас назвать невозможно. Зелень – это значит незрелое что-то. Ну, скажи, вот вам пример. В магазине лежат бананы, желтые бананы и ярко-зеленые. Какие бананы вы купите, чтобы покушать? Ну, естественно, вы купите спелые, зеленые, они же незрелые. Вот партия зеленых – это все абсолютно незрелые, сплошь, от первого до последнего человека. Все те, кто идут в партию зеленых, что-то у них с головой не то. И если эта партия удержится на следующих выборах Бундестага в правительстве, ребята, ну никаких нормальных изменений у нас в стране не будет, честное слово. Будет бардак. Еще больше, чем мы имеем возможность наблюдать сегодня. Это все, что я хотел вам сегодня сказать. О партии зеленых и об их высказываниях, являющимися палками в колеса тем политикам, которые действительно хотят возродить национальную гордость, хотят возродить порядок в стране, хотят установить порядок в стране и хотят добиться как можно меньшего притока нелегальных мигрантов в страну, чем мы имеем сегодня. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий. Под каждым видео у нас есть ссылки на ресурсы с донатами. Если, конечно, кто желает стать спонсором нашего канала, это не принудительно, это добровольно. Ну, я заканчиваю это видео и начинаю постепенно собираться домой. Все-таки отпуск на Адриатическом побережье – это хорошо, но, как говорится, пора и честь знать. Поэтому не забывайте о том, чтобы почаще заходить к нам на канал. Ну и оставайтесь с нами, не болейте. Всем удачи, пока. А я еду домой. Пока.